честь столетия Республики Мариэл выпущены антологии марийской поэзии и прозы «Край Соловьиный» и «Рассвет над Кокшагой». Каждое издание включает в себя два тома, в которых можно найти произведения марийских авторов, переведенные на русский язык. Так в антологии «Край Соловьиный» представлены стихи 86 поэтов, от стихотворения «Роща» Сергея Чевайна до произведений молодых авторов, которые пишут в наши дни. А антология прозы содержит рассказы более 50 марийских писателей. Каждое издание выпущено тиражом в 1500 экземпляров. В прошлом году, если мы издали 4 антологии, куда были включены произведения авторов народов России, то в этом году мы издали вот буквально недавно 2 антологии, куда мы включили марийских наших родных авторов в переводе теперь на русский язык, чтобы читатели и другие читатели других регионов, других концов нашей великой страны могли прочитать, познакомиться с нашими авторами, марийскими авторами. Добавлю, издание «Край Соловьиный» и «Рассвет над Кокшагой» продолжает юбилейную серию книг, посвященных столетию республики. Первостепенная задача, чтобы эти уникальные издания дошли до сельских библиотек. Книги изданы за счет бюджета региона.